В воскресенье 5 сентября в храме Рождества Христова на божественную литургию собралось по традиции много прихожан. Ведь храм – это место, которое должно быть и является центром нашей жизни, причем жизни общей. И здесь каждый прихожанин ощущает себя частью единого целого, когда все собираются вместе у чаши Христовой, и Христос нас всех соединяет с собой и друг с другом. За литургией наряду с мужским хором и казаками Рождественского храма исполнил песнопение хор молодежной общины. После божественной литургии был отслужен молебен о сохранении творения Божия. Мы видим, как разрушается окружающий мир, как разрушается мир природы, как она отвечает нам на наше расточительное пользование теми дарами, которые мы получаем от Бога, не ценя их. Давайте попросим Господа со всей Церковью о сохранении того Божьего мира с его творениями, которые нас с вами окружают. Чин молебна был утвержден Священным Синодом в 2015 году и совершается во всех храмах первое воскресенье сентября. По завершению молебна была освящена икона святого благоверного князя Александра Невского, написанная для храма Рождества Христова на пожертвование семи прихожан храма. Также 5 сентября начала работу военно-патриотическая секция при храме, где сегодня состоялось первое занятие по конной подготовке, а также прошли игры. Будешь молиться Святому Духу, получишь Святаго Духа силу. Поняли? Поэтому я пожелаю вам, чтобы вы имели силу Духа, силу веры и приобретали силу тела. С 19 сентября возобновляет свою работу воскресная школа для детей возрастом от 5 до 13 лет. Записаться и заполнить необходимые документы можно в церковных лавках верхнего храма. Ждем вас в храме Рождества Христова.